Всем здорово. Продолжим. Супраленд. Я в предыдущей серии говорил, что я тут побегаю, посмотрю, как это все открывается. И не успел я только это промолвить, закончить видеозапись. Решил попробовать закинуть сюда красный вот этот вот мой шарик. Сделал его красным, закинул сюда, сработала сигнализация. Тот мой брат начал, как умалишенный, бегать по кругу очень быстро. Сработали сразу все вот эти вот три датчика. И открылась дверь, туда он побежал, вот это, сломя голову. Сейчас пойдем за ним. Как открыть эту синюю дверь? Я в недоумении. Возможно, нужно подобрать именно желтый, оранжевый, красный. Возможно, надо какой-то цвет туда бросить. Давай попробуем. Зеленый я уже клал. Наклал я ему туда зеленого. Сработало. Сработала пищалка. Дверь не открывается. Давай попробуем. Ну, красный я уже ложил туда. Как сделать желтый? Вот так он начал орать, этот начал бегать, прыгать и... И все. Давай попробуем сделать оранжевым, морковным цветом. Блять, не то. А, не то. Опять. Сделать шарик попробуем морковным цветом. Получится, нет? И... Потом желтым, если что. Я, наверное, оранжевым тоже уже пытался, пробовал. Да ёпта. Не, нихера. А желтого я даже не знаю, что здесь такого найти. Желтого у нас ничего, в принципе-то, и нет. Ладно, не суть. Не знаю, что там может быть. Никакой щелочки. А может, здесь где-то есть, можно разбомбить. Или же закинуть мой... Туда закинуть мой шар, вот этот вот. Телепортационный, который... Или там есть дырка. Так, я падаю. Вот, есть окошко. Есть. Получилось. Хорошо, секретная зонка. Вот так вот. Урон 2. Морковочки. Шар телепортера наносит двое больше урон. А он еще и урон наносит. Ух, нихуя. Не, внезапно. Так, а ну. Зачем он мне нужен, этот шар, если он так долго перезаряжается? Хоп, и только сейчас он перезарядился. Меня потом растерзали эти черти рогатые. Так, сейчас разведаю обстановочку, что у нас там. Это закидывает меня наверх, или же прям как обычно ко мне туда домой. Ну, давай попробуем. Я вижу там монетки. Ага, ага, я понял. Сейчас все будет. Надо было выстрелить просто шариком туда и тэпнуться. Потому что просто так я туда явно не дострельну. Так, куда? Давай туда. О, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Не то. Так, давай здесь. О, вот так хорошо. Что мы можем еще здесь найти? Там монеты просрал, как обычно, бля. Хер с ними. Пойдем, может быть, что-то еще здесь увидим. Найдем. Башня? Я был в этой башне или еще нет? Это, наверное, какой-то там последний босс будет.
Туда можно перепрыгнуть? Я надеюсь, можно. Бля, сколько тут всего. Аж страшно, блин. Какие масштабы. Я не хочу туда спускаться, потом не выберешься. И я сомневаюсь, что здесь есть какие-то секретные зоны. Потому что это не совсем все секретно. О, я тут был, я тут помню. Освободил свою братуху. Тут нет ничего. Зачем тогда вообще надо было сюда запрыгивать, делать возможным? Ой, не дострельнул. Не, спортационная штука, это вообще, блин, просто будет идеально, а не игра. Так, куда дальше? Пройди трусливого брата. Окей, сейчас мы там спускаемся. Ух ты ж, я не хотел спрыгивать, но пришлось. Хорошо, что хоть урона не наносит. Деревня синих туда. Что мы имеем, что мы умеем? О, луна. Как ее забрать? Как ее забрать? Она ж мне нужна, там куда-то вставить надо. Что за ящик? Я ж не думаю. Блин, ты серьезно? Второй раз. Больше лута. Выпадает больше монет из убитых врагов. Действует только если ты уже получил выпадение лута. Имеет в виду, монеты выпадают только в том случае, здоровье почти полное. Оно у меня почти полное. Так, это я знаю, вот так вот можно развалить. Опять здесь морковки. Я могу открыть дверь, и там откроется портал. Угу. Хорошо, как мне открыть вот эту зеленую трубу? И вот эту вот дверь. Что-то мне не ясно. И зачем тут зарыт вот этот вот ящик? А ну могу я магнитить? Не могу. Зачем это я делаю? Не знаю. Думал, можно открыть. Вот тут вот какая-то яма. Это мне надо лопату какую-то найти. Почему? А, мне сюда надо посадить бобовые эти деревья. Джек и бобовое дерево типа будет. И вот это дерево вырастет дохуя высокое. Я могу привязать вот это вот сюда, а потом привязать к дереву. Вот так вот. Оно вырастет. Отвечаю, блядь. Так и будет. Только где мне найти это дерево? Так, не понял, что нужно сделать. Ёп, я сейчас сдохну. Блять, я нечаянно нажал. Ничего страшного, у меня есть еще жизни бесконечные, блять. Так, портал открылся, я не знаю, куда он приводит. Что? Будь так добр, открой последнюю дверь своим прекрасным характером. Так. Можно... Блядь, чуть опять не упал. Может, можно телепортироваться туда, но там очень низко. Это пол? Тут стекло. Это стекло. Хорошо, где нет стекла? Снизу, что ли? Тут есть щель. Не закатится он туда? Открой последнюю дверь своим прекрасным характером. Может... О, я понял. А, не получится тогда? Вот так вот. Давай попробуем. Получилось.
Получилось, сработало. Давай быстрее, или оно навсегда открывается. Там открылось? Бля, там не открылось, почему? А, там же ж надо бобы посадить. Там совсем не то. Я слышал, он рычал на него немножко на меня, да? Когда я открывал ему дверь. Я не хочу прыгать на тот портал, потому что он меня закинет ебеня. Сейчас я сбегаю тут. Чуть-чуть попозже. Нет, туда не залетает. Возможно, мне не нужно туда. Так. Деревня синих, это я понял. Тут царство королевства. Теперь-то я могу тут везде порассекать. А, я тут уже рассекал. Понятно. Окейюшки, ладно, давай тогда попробуем прыгнуть на тот телепорт. Ибо меня уже ничего не держит. Я думал, дальше придется его провожать. Но он же ж мне сказал, что открой последнюю дверь своим характером. Кстати, он мне нихуя не помог своей подсказкой. Не хочу я туда, страшно. Так, ну правильно. Что правильно? Что правильно? Ничего. Неправильно. Так, на хера. Я сюда пришел, мне еще надо два полумесяца. Где их искать? Ну, в самом-то деле непонятно, зачем я сюда пришел. Давай вернусь назад, там же король правильно был. С королем надо поударить. Так будет быстрее, надеюсь. Благо, что я не могу разъебать себе башку. Спрыгну. Отсюда. Обидно будет, если я не найду все красные полумесяцы. Очень обидно. Хотелось бы очень найти их. Так, он, вижу, там что-то есть. Или мне показалось? А мне показалось, то лампочки просто светились. Ну ладно, никчемный королишка, давай. Скажи мне что-нибудь. Мне показалось, там за стеной что-то есть. Ну, я привел сына. Алло. Пан, ты, может, что-то скажешь? Просто вернись к вулкану и разреши проблему с водой, окей? Ёб твою мать. Прости. Прости, Людка. Людка, прости. Так, вулкану, значит, да? Значит, все-таки надо было лететь на том портале. Ну, полетели. У меня теперь есть портал. Портал-то есть. Но куда дальше, я вообще ума не приложу. Ну, ладно, там по обстоятельствам будем действовать. Посмотрим, что там. Надеюсь, точек проблемы с водой у вулкана. Вулкан, вулкан, вулкан. Где вулкан? Это табурет, это не вулкан. Нихуя. О, здорово. Ну, и как можно этим стрелять? Шлёп-то, завёлся. Да что ты? Блять, это Doom. Или я уже говорил, да? Стреляет на опережение, тварь. Хорош. Сердечки, давай покушаем. А то мне как-то подкоцало. Ладно. Вулкан. Где тут указатели? Вот указатели. Блять, где еще? Вот этот показывает вулкан, правильно? И вот это вот вулкан. Теперь-то я могу залезть вот сюда. Раньше я этого, по-моему, не мог. Так. И с этой пушкой я бы не смогу, наверное. Хотя, если оттуда он стрелькнуть...
Так, это оказывается не сыр, а слитки золотые, да? Что-то я думал, что это сыр. Не, невозможно отсюда просто так запульнуть. Или возможно. Ну, не буду стараться, потом лучше назад, когда буду идти. Проверим это все. Найти источник прибывания с водом вулкана. Идем, идем, ищем. Пушку в руки, в зубы. Потому что могут... Там я был. Так я и здесь был. Ёпта. В чем прикол? Она не отпустит, да? Ну ладно, давай так попробуем. Она медленно разворачивается. Там что-то за ней было? Не было. Так, где вулкан? Деревня синих. Деревня синих. Вот это я сейчас буду тут. Это что у нас? Красный. Наверное, я в правильном направлении. Бля. Вот это да. Ультанул. Ёб твою мать. Почему аж здесь? Почему аж здесь? Очень далековастенько. Так, вулкан, вулкан. Но я шел же по указателям, правильно? Красный. Красный это вулкан. Хм. Непонятно, где теперь искать этот вулкан. У меня 540 монет, почти забит весь кошелек. Где найти таркашей? Сюда, бабой, как высадить? О, о, здорово. 200 разделенных лун отсутствует, поэтому эта дверь не откроется. Они спрятаны в сундуках где-то под красным кристаллом. Этот инструмент поможет их найти. А как ты тут оказался? Найди 2 зеленые луны, спрятаны недалеко от красного кристалла. Используй их. Все, теперь-то хоть непонятно, что надо идти к красному кристаллу. Вот он, да? Это сиреневый, красный, зеленый. Пойдем к красному кристаллу. Сейчас тут я, конечно, буду драться очень много. Хотелось бы этого избежать. Пищит. Работает. Эй. Прикольно. Но не тут. Не, не сюда. Вверху он там, я вижу блок какой-то. Который можно разбить. Бля, я что-то... Отвлекся, не разговариваю, потому что слушаю. Регенерация здоровья плюс 5. Хорош. Хорошая штука, сука. Прям отличная. Блять, хотел. Хотел схитрить. Так, это, наверное, было к зеленому. Портал этот красный. Но нам нужно к красному. Красный кристалл где-то вон в том направлении. Блять, сейчас повылазят. Ненавижу их. Сука, он, во-первых, отражает. А во-вторых, коцает очень жестко своим вот этим. Да ёптвою мать, блядь.
жвачки вообще не люблю в этой игре. Ибо они, ну, довольно-таки не из простых. Казалось бы, блядь. Вот лучник, ты смотри, что творит. На, блядь. О, там радиус мне добавили хороший. Хороший, да. Так, пищит. Возможно, это снизу где-то. Возможно, это реально где-то внизу. Блять, испугался. Короче, меня этот писк отвлекает. Я начинаю думать сильно. Туда я никогда еще не спрыгивал. Потому что я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Ибо я не знаю, как там выжить и как оттуда выбраться. Ладно, я больше чем уверен, что пищит где-то там внизу. Или... Нет. На дереве? А, вот там? Нет. Ладно, хер с ним, пойдем отсюда, потому что я чувствую, я тут долго буду. Вот здесь вот прям. Все, короче, ладно, пойдем, пойдем туда. Как мне добраться до красного кристалла? Наверное, надо было где-то прыгнуть на каком-то телепорте. Так, я все делаю правильно. Правильно? Красный кристалл в эту сторону. В этом направлении. О! Начинается. Пищать начало вот здесь вот. Блять, ну как оно так работает? Ладно, пойдем. Но я на правильном пути. Вот тут, я помню, вылезли и убили меня. Они все еще здесь где-то лазят или нет? Так. О, есть. Сразу со старта, блядь, чтобы не заебывал. Где-то здесь, да? Вот здесь за закрытой дверью где-то.
Бля. Что? Что? Кто? Шапка скотина. Кто-то бросил кучу силовой куба на голову скотина. Облегчение. Отлично, раз работать тебе. Ну, ты взял с собой его изношенные сувениры. Погибший герой хранятся в твоем доме. А потом этот фиолетовый кубик упал с неба и на этого бедного парня. Это, походу, я когда сбрасывал, типа, это похож на Индиана Джонса. Сразу поразвалим кресты вот эти, потому что не заебут. Вот здесь вот где-то пищит. Есть один. Хорошо. Второй теперь. Я помню, что я не мог сюда пройти, и я ушел. Вот здесь, наверное, да? Да, где-то здесь. Надо через верх, наверное, зайти. Да, да стрельнет. Блядь. Где-то здесь, вон она, зеленая луна светится. Как туда попасть, как туда пройти? По-любому с помощью моего портального пистолетика. Но я не вижу никакой щели, чтобы туда выстрелить. Походу, невнимательно я посмотрел. Да откуда ты, блядь? Сюда явно не пролазит. О, да и здесь. Ух ты ж, блях. Чё-то вас много. Один минус. Так, окейушки. Ищем проход. Щелей нету. Развалить кинжальчиком своим я ничего не могу. Ой, блять, а вы откуда? Хедшот. Так, не отвлекайте, блядь. Метамфетаминовая фабрика мне сейчас ни к чему. А вот туда как-то попасть надо. Может, я плохо рассмотрел все щели вот тут в стене? Вот это вот, почему она такая? Может же быть такого, что я просто... Да твою ж дивизию. Сюда. Возможно, надо снутри посмотреть. Может, там снизу как-то можно зайти. Где-то он свет падает, если есть широко падает свет от щели, значит там можно стрельнуть этой хуйтой. Пив, блядь. Что пив, давай мне туда. Доступ, допуск. Вот я вижу какой-то деревяха. Так. Это довольно неприкольно. Я вижу цель, но вижу преграды, блядь. Как мне их преодолеть? Обидненько, обидненько. Возможно, я чего-то не вижу. Ну а чё тут, блядь, не видеть-то, а? Всё, вот оно. Что это? Не открывается уже. Да кто ты там? Ну, блядь, ну не отвлекайте.
Блять, еще бежит, смотри. Так, этого сняли. А этого? Глянь, какой шустрый петух. Маленький. Может, вот эта вот херня закрывает? О, а я там видел, да, досточку одну? Одну досточку я видел. Может, ее нужно как-то оторвать? Разрывается луч, что там? И здесь тоже. Не отрывается доска. Возможно, она держит как-то с этот потолок, сука вонючий. Так. Давай я, наверное, сейчас побегаю, подумаю, потому что я чувствую это надолго. Включусь, как найду решение. Так, побегав тут по округе, вот сейчас покажу, вот от, недалеко от Волтера. Тут я нашел проламывающийся пол. Возможно, мне сюда. Да, походу это оно есть. Потому что так я вокруг этой хероты побегал. Не нашел абсолютно ничего. А нашел только дырку в полу. А если дырка в полу, это означает, что нужно... Вот еще сундучок. То нужно снизу, правильно, зайти? Идем здоровечко еще, хорошо. Давай попробуем зайти снизу. Тут понятно, тут магнититься нужно. О, вот оно. Вот это там я видел. Тут кнопка какая-то. Открывает портал. Вернее, не портал, а эту хероту. Давай посмотрим, что там для начала. Еще один сундучок. Хорошо. Не зря заглядывал. Урон от опыта плюс 33. Даже не знаю, сколько он у меня сейчас наносит. Не знаю, для чего там этот выпрыжка. А, ну, честно, не знаю. Если я сейчас тут, там есть рычаг. Вот здесь вот есть рычаг какой-то, который позволяет мне, наверное, выбраться. Так, как бы так мне его туда стрелькнуть хорошо, чтобы не ёбнуться. Вот, типа такого. Неуправляемая эта штука, которая магнитит меня, которая... Вернее, управляемая, но плохо очень. Давай вот так вот попробуем. Прямо вот здесь вот остановиться. Нет, не так, я не хочу упасть еще раз. А вот так вот неплохо, вот так вот можно. Да, через вот эту вот щель, кстати, я видел вот эти две зеленые лампочки и вот эту вот щель. Поэтому я решил попробовать обойти со всех сторон. Так, вот еще этот рычаг, который я видел. Опа, он открывает мне кусок кирпича. Прям выдвинул. Хорошо, у меня есть три дыни. Чё себе, бля? Ты вообще как себя чувствуешь, друг? Куда ты, блядь, взялся? И теперь мне нужно... ближе к деревне синих. Блядь, это там где-то сзади, походу, он меня мочит. В деревню синих ближе туда. Опа. Где-то наверху. Так, давай попробую. Говорит, что наверху что-то есть. Нет, не так. Хотя.
Давай по бурячку попробуем вот так вот забраться. Бля. Сейчас он меня заебет, блин, немножко. Вот там, наверное, да? Да уйди, ты слышишь? Задрал меня. Сейчас сдохну из-за какого-то могилы. Сколько он их за раз выпускает? 4, 5, 6. Как я сразу сюда не залез? Почему, вернее? Тут еще есть стена. Просто монетки. Это какой-то скорот. Я отдаляюсь от сундука, если чё. Так, а ну если... Еще ниже там ничего нет. Где? Ты в самом начале? Да, в самом начале. Давай попробуй сюда. Мне надо наверх, да, я так понял? Бля, сейчас проснулся во мне охотник за, сука, сундуками. Это чё за дверь? А, эта дверь нужна. Эта дверь важна. Мне кажется, надо наверх слетать. Бля, надо выключить. Оттуда я упаду, стопудово. А, сюда нет. Вот туда мне надо сходить. Бля. Мой охотник за сокровищами вам не приснулся, блядь, с этим пикающим. Как это назвать? Индикатором, что ли? О, блин, там сколько монет. Еще упасть? А ну все, да, давай. Сдается мне, что сюда. Да, секретная зона. Вот сундук. Хорошо. Максимальное здоровье пусть плюс 5. Но это не то, что мне хотелось бы. Но и на этом, бля, на этом спасибо. Так. Да ты посмотри. Максимально ты можешь выпрыгнуть сюда? Забываю постоянно, что у меня есть вот эта вот штука. Так, что, куда мне? А, здесь я... Отсюда я пришел. Да, я пришел вон оттуда, значит пойдем сейчас туда. Правильно. Кстати, тут где-то куча монет было. Да, здесь. Еще пищит, сучка. Монетки. Тоже провтыкал. Во, сундук. Вот этот сундук я мог потерять. Лучший лут. Увеличен шанс дропнуть здоровье. Это только при лучшем луте. Еще где-то сундук. Двигаться надо в ту сторону. Да, надо взять вот эту пушку. Я же говорил. Драчки, драчки, блин, начались.
Они просто нереальные, эти чуваки. Ты посмотри рейндж какой у него этих шаров. Шаров, блять. Ну ты понял. Да, тут еще и рейнджер за мной. Да еще и сбоку какой-то. Так, пищало где-то здесь, я помню. Вроде бы. Нет, уже не пищит. Короче, хер с ними, с этими сундуками. Бля, не могу, не могу я себя. Нет. А, это вот тот, наверное. Да, я понял. Это тот, который я не могу достать. Ибо я не знаю, где он. Под землей стопудово. Стопудово, стопудово. Ладно. Погнали. Сколько монет? Это же расточительство. Я только что потратил большую часть своих денег на то, чтобы приобрести пикающий сундук. Так, пришел я вот отсюда, вот на вот этом вот трамплине. Надо быстренько, быстренько. Не хочу я драться. Никакого резона мне нет. Да, правильно прилетел. Дружище, у меня есть три луны. Как мне их посадить? Вот так вот просто. Я не могу повернуть мышкой. Что случилось? Это у меня... Бля, я думал... Я реально думал, он вырастет, я соединюсь. О, фантазер, блядь. Ты меня называла! Так, минутка песенная прошла. Так как в этом, блядь. Что, где, когда? Минутка. Найди источник проблемы с водой. Вулкан. Ну, я иду этим заниматься. Босс. Босс, наверное, сейчас будет. Так, это выплевывает желтое. Это лазерный луч для чего-то. Мне его надо как-то перекрыть. Я просто попробовал. И получилось. Это я помню. Угу. Угу. Как включается трамплин? Надо проанализировать сначала, что мне... Для этого... Для чего мне нужна желтая? Не знаю я пока. Ой. Желтая обычно для того, чтобы что-то активировать. Чтобы что-то активировать, надо стрельнуть вон туда. Чтобы туда стрельнуть, мне нужно для начала разбить эти доски. Чтобы разбить эти доски, сюда не достает. Я помню, я был здесь. Вот там он, по-моему. Что я хотел сюда за угол завернуть. Просто так я не перепрыгну. О, ты видал? Какой я меткий. Давай еще одну. Чуть повыше надо взять. Я что-то от... А, блядь, что-то открыл, говорю. Четенько, четенько. Я не думал, что так все сработает. Все по красоте получилось. Так, жизнь у меня есть. Писк начинается. Бара, здорово. Стелс. Это наверх надо туда. Водичка. Водичка что-то значит, блядь. Это не просто так. Тут все что-то значит в этой игре. В игре ничего не бывает просто так. Сейчас будет стрелять. Наверху стопудово. Где это он вылез? Мудила. Деревяха. Деревяха для связи с чем-то. Кого-то с чем-то. Сирененькая.
Но это ж не так работает. А я думал, я тут уже был. Оказывается, нет. Что ты стал, блин? Угу. Здесь надо топнуть. Красное. Почему красное? Надо что-то бросить. Чтобы что-то бросить. Чтобы это активировать, надо стрельнуть сюда сиреневеньким. Давай сначала нажмем кнопку. Так, сюда нужно... 400 я положил уже. Что-то открывается. А если положить еще вот этот шарик? Сколько он весит? Мало. Ладно, давай развалим вот это для начала. Что мне тут? Да, показывают, что здесь есть цветы. И кнопка. Цветы и кнопка. Может покрасить цветок в какой-то цвет? Зачем? Так, ну туда-то я запрыгиваю. Стопудово. Ну не так, конечно. И не так. Примерно так. Я предполагаю, что положу-ка я вот сюда шарик свой. А вот сюда. Можешь ты лечь сюда? Не может он лечь туда. Открывается дверь. Я должен стрельнуть сюда. Вот так вот. Но только сиреневым, я так понял. Чтобы... А давай попробуем, кстати. Что будет? Ничего не будет. Что я думаю? Я понял. Все, я понял. Смотри. Берем луч, натягиваем вот здесь. Не зря этот пенек здесь стоит. Приблизительно вот так вот, да? Надо... А если присесть? Хорош. Сюда мы ложим мой телепортационный шар. Да вот он, давай его возьмем. Краска. Сейчас толкнет шар туда. А мы вместе с моим кубиком... А, я ж не... Ладно, сейчас попробую. Смогу ли я присесть. А мы с кубиком будем находиться здесь. Дверь открылась, шар туда залетит. Я возьму цветочек. А? Голова, блядь. Зачем? Зачем? Белый. Видишь белое кольцо? Вот зачем. Белое кольцо. Сюда опускаем. Затем кладем опять мой шарик. Что ты? Что ты? Что ты, блядь? Делаем все заново. Теперь куб нам тут не обязательный, но просто пусть постоит. Теперь у нас есть белый шар. Блять. Я ж не могу теперь телепортнуться туда. Он же ж пропадет. Я так и не понял, почему. Ага,
Все, теперь куб нам точно не нужен, потому что он только сбивает. Он заново закрывает дверь. Зачем мне туда становиться на эту херь? Я не знаю. Можно просто так вот стрельнуть. Да стоять, стоять. Как мне теперь попасть туда? К деревяхе, наверное, надо привязаться, да? Вот той, что вверху. Так, шар, ты смотри. Блять, что ты творишь? Что ты творишь, Сережка? Сейчас закотится туда, я его не смогу достать. Ну, блин, куда мне его? Есть. Да ёб твою мать, ты видел это? Я еще и могу его в сиреневый красить, это надо запомнить. Стоять. Как мне сделать? Никак. Придется по-любому кубику к этому. Надо задом. Тихо, тихо. Как же я испугался. О, хорошо. Белый еще, белый вроде. Да, белый. Я его сейчас положу. Покладу. Потом сюда не запрыгну, да? Заработала, блядь. Теперь давай думать, как добраться сюда. Потому что пищит. Потому что там есть куб, однозначно. Вот тут вот что-то. О, хорош. Где ты, друг мой сердечный? А, где-то наверху. Ладно, давай продолжим в следующей серии. Достану я там, что там будет. А на этом всем спасибо. Ставьте лайк, если понравились, но можете и не ставить. Пишите комментарии, давайте пообщаемся. Спасибо, пока.